Самая основная такая тематика. Принципы постановки целей, оценивание собственных возможностей как способ эффективного трудоустройства. В первую очередь, давайте рассмотрим, из чего же состоит наш успех. Сегодня мы проводили мероприятия для представителей учебных заведений, высших учебных заведений. В каждом вузе создан отдел, который занимается непосредственно трудоустройством и профориентацией своих студентов. Тренинг назывался «Принципы постановки целей, оценивание собственных возможностей при дальнейшем при трудоустройстве». В основном мы затрагивали такие темы, как техника поиска работы, то есть отработка источника вакансий, отработка, анализ самой вакансии. И заодно смогли оценить, действует ли это на студентов, потому что они больше общаются с этими ребятами и понимают, доступна эта информация или недоступна. Мы побывали сегодня на месте студентов и прочувствовали, что, безусловно, этой информацией нужно владеть в совершенстве для того, чтобы выполнять самую важную цель, поставленную перед нами, это помощь студентам в трудоустройстве. Ну, самая полезная информация, наверное, сложно выделить что-то одно. Наверное, очень важно, что мы смогли увидеться, актуализировать эту информацию, посмотреть на себя со стороны, может быть, обменяться какими-то профессиональными мнениями, практиками. Вот эти элементы, которые мы использовали в нашей презентации, в нашем тренинге, направлены на то, чтобы молодой человек прежде всего сумел себя презентовать, провести собеседование, ну и, конечно же, в дальнейшем трудоустроиться. Техники поиска работы нет мелочей, на которые нельзя обращать внимание. Здесь любая информация очень важна. Очень сложно трудоустроить молодого человека. На рынке труда в основном преобладают пожелания работодателей иметь у себя на работе сотрудника уже с каким-то накопленным опытом работы. Знания, умения, навыки, приобретенные в стенах университета, а также владение информацией о технике поиска работы помогут студентам именно найти первое рабочее место.